Анжелика Крэш, один из руководителей компании Remus, удивлена, что компания выполнила свои цели стать одним из лидеров рынка выхлопных систем за короткий срок. Всего за 5-7 лет. Это гораздо быстрее, чем рассчитывали основатели Remus. Отто Крэш подчеркивает, что задача инженеров — добиться спортивного, но в то же время не слишком громкого звука, который должен соответствовать европейским нормам. Это непросто, но компания многого добилась в этом направлении. Многие привыкли думать, что чем громче звук выхлопа, тем лучше. Нам же в нашем акустическом центре приходится работать в противоположном направлении, снижать уровень шума, но при этом не лишать звук его спортивного характера. Мы создаем оригинальный, выделяющийся звук. Он должен быть глубоким, сочным, агрессивным, но при этом не быть вредным и не наносить ущерба окружающей среде.
Наша сила в том, что мы не подчиняемся рынку, а сами создаем его, задаем тенденции. Хороший пример наших инноваций – запуск новой линейки Remus Racing Line, которую покупатели приняли на ура. Для наших клиентов важны хороший звук, выдающийся дизайн и высокое качество. Именно эти запросы мы и стараемся выполнять в первую очередь. Автоспорт для нас — это еще одна возможность самосовершенствования. Автоспорт и мотоспорт — это одновременно полигон для исследований и возможность сделать имидж нашей продукции более эмоциональным.
В ближайшее время мы планируем крепко зафиксировать наше лидерство на европейском рынке и закрепиться на рынке Соединенных Штатов.